Всем привет! Это канал Кикидо. И сегодня мы приехали на дачу. Привет! И сегодня мы будем открывать домик. Большой фермерский. Большой фермерский домик для детишек. Мы его еще не видели вживую, как он выглядит. Только на коробочке. Сейчас мы его откроем и посмотрим, какой он. Продавец сказал, что он получится очень большой и классный. Так. Я его открыл. Так, кому ножницы? Давай ножницы выкинем в сторону. Выкидываем. Оп. Они нам, наверное, не понадобятся. Если понадобится, подберем. Открываем. Так, где еще что? Ага. Надо его, наверное, доставать. Так, да, его надо доставать с коробки. Так, давайте как его? Как сделать? Наверное, вот так. О! Ух ты! Это первая стенка. Откладываем ее в сторону. Сейчас достанем вторую стенку. Сейчас вторую стенку достанем. Аминка, давай иди помогай. Что ты там встала? Давай, папе, помогай. Так. Колечки, бублики. Так. Вот вторая часть. Это вторая стенка. Сейчас. Так. Это третья и четвертая стенка. Нет. Пойдем в сторону. У нас же домик квадратный. Так. И самое главное. Что там самое главное? Без чего не может обойтись любой домик. Это крыша. Крыша! Крыша! Да, крыша, это крыша, крыша, вот она, раздвижная. Крыша, крыша. Похоже на бабочку. Так, кладем в сторону. Да. Так, и все, коробка пустая, забирать. Коробка нам больше не понадобится. Откладываем коробку в сторону. Домик соберем вот здесь. Да. Для начала надо посмотреть инструкцию. Инструкция вот. Так. С наклеечками. Смотрим инструкцию. Да, кстати, есть наклейки, которые мы будем потом уже в конце клеить на наш домик, чтобы он был красивый. А это гаечки и болтики. Ну что, начнем? Сейчас посмотрим, что здесь. Что написано? Так, здесь ничего не написано. Так, ну что, давай обойдемся без инструкции. Открываем болтики вот эти. Кладем болтики, в сторону. Болтики, болтики, маленькие болтики. Давайте. Так, Камиль, помогай. Помогаю. Так, что мне брать? Это у нас будет лицевая сторона. Да. Ну-ка, домик наш должен получиться очень веселый и прикольный. И Аминка с Камилем будут им жить. Привет! Пока. А мы тут живем. Только крышки нет у нас. Крышки по крышке. Аминка, как тебе привет. Домик? Нормально. Нравится? Да. Сейчас мы его соберем мама. Полностью, он будет просто суперский. Супер. Интересно, я помещусь туда? Не знаю. Я там как Винни-Пух, не застряну потом? Так. Бип-бип, я захожу. Гайки, гайки, привет, гайки. Привет, гайки. Так, ну что, я закрутил. Готово. Теперь накидываем сверху крышу. Ну что, вы остаетесь внутри или выходите? Остаемся. Давайте. Ой-ой-ой-ой. Опа. Дождик вам теперь не грозит. Мама. Кстати, погода у нас тоже какая-то непонятная. То дождик, то солнышко. Ну
Ну что, домик наш готов, все наклейки поклеены, осталось в него заселиться. Заселяемся? Заселяемся! Первый в дом, как всегда, по правилам запускает кошку. А кошка у нас Аминка! Давай, кошка, заходи! Мяу! Так, следующий камень. Заходим. Надеюсь, я в него помещусь. Ну надо же, я поместился. Закрываем двери. Закрываем. Так. Все, мы в домике. Классно? Да. Нравится? Да. Окошки у нас открываются. Ку-ку, привет. Аминка, иди сюда. Смотри, окошко открывается. Машиночке скажи привет! Подписчики, привет! Ну что, в принципе, вам показали домик. Домик нам очень понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальчики вверх. И всем пока!